погода по московским меркам. В прошлой серии я допустил серьезный просчет. Нужно было остановиться на ночевку на привал в Усть-Хакчане, но, поверив видеонавигатору, решил проехать еще километров 40, чтобы на заправке переночевать. Но, как выяснилось, через 40 километров заправки нет, она будет через 100 с лишним километров. Поэтому просчет оказался серьезным. Часть видео сделана уже в очень темное время. Ну а с другой стороны, посмотрите, условия движения в темное время по трассе Колыма Р-504. Опасность остановиться на трассе в нелюдном месте, ну, это, возможно, встреча с дикими животными, в частности, с медведем. Ну, мне такая перспектива была неинтересна. Ладно, будем двигаться. Я дожидаюсь прогрева на малой скорости. Не нажимаю педаль газа. Фуры ночевали тоже здесь, заправщики и все. Прямо 38 километров. Потом что? Поворот влево, направо. Ну вот, прогрелись немножко. Градусов двигатель. Продолжаем движение. Река дымит. Парит.
вставил карту памяти 32 гигабайта. Но в темноте не разглядел, невнимательно. Все движения по снегу, они были удалены. Запись шла по кругу. Старт правильный, пустира. Повернул на трассу вверх.
поселок я тоже не знаю, пока останавливаться не хочу. Яндекс. Thank you.
прибором, термосом, которым до сегодняшнего дня разогревал воду. Он отказался работать. Взял чайник наш отечественный с электронагревателем. Без проблем разогрел.
делать? Объектив.
хорошего в этом мало. В смысле, ослепляет.
сказали, действует северная надбавка.